Там еще дальше догорает Олданена. Да я фигу закрыли при этом. Они уже, наверное, там для себя пошла часть. Ну, есть химическая проверка. Ты еще дым фотографируй как? Да как ты дым это? Съемки, тут у нас полсервис, тебе съемки идут. Опа! Нифига там что-то. Ух ты! Пламя поднялось. Все, взрыв. Взорвалась. Опа! Взорвался. Завод СК взорвался. Нифига, аж тут тряхануло здание. Да. Мы отошли. И все, и какой-то кусок металла вылетел. Я заснял, кстати, все. А там не то, что угол. А мы поднимались, как шандараш. Ну, вот. Может, валить отсюда надо? Так я говорю, валить надо. Волна докатилась. Волна докатилась? Да. Нихуя! Блять, блять! Что-то концистерна, наверное, колонна. Вылетела, ну. Вот это да! Охереть, не встать. А? Вот это да, вот это кошмар. Сейчас поедем. Подожди. СК, нефтезавод же вон там. Блять, охуенно горит вообще. Хорошо, блядь, ну, не в нашу сторону на ветер. На улице установка стоит. Там кирпичный завод рядом где-то, да? Ну это ихняя грузовая проходная где-то рядом с ним есть. Сейчас пожарные-то все там нахуй. Там, блядь, пиздец будет по пожарению. Конечно, вертолет, какой там горит, блядь. А это, нам работа по уму так не будет. Специально. Нихуя, она вообще разгорает. Сейчас смотри, труба нагреется, ёбнуть. Потому загиб пламени вообще. Где на туда же? Что-то ни пожарных не слышно, никого. Как бы там нас заглушить. Да мы. Загудело.
эвакуация с завода людей идет. Да, а там нахуй, если это... Ты видишь в окно? Ты где, работаешь? Выйди на улицу, СК горит. СК горит, выйди на улицу. Установка вот на улице, а рядом ставят цепь. Мне кажется, я там... А? Да там пиздец, нахуй, я снимаю, стою там в натуре, блядь, охуенно. Он только разгораться начинает. Сейчас ебанет, я тебе отвечаю, нахуй, давай. СК горит, нахуй. Все, давление поднимается, нахуй. Так, что будем делать? Блин! Я снял, нахуй, блядь! Я уебался, но снял! Вообще, блядь! Пьяна, блядь, ебала, нахуй! А все, это, давление сбросило, нахуй! Так нифига там, а здесь посыпалось, все в ангаре! Чего? В ангаре здесь посыпалось! Че, что-нибудь упало там у вас? Ну а снимать-то остались, а все равно мы все конечно, остались. Конечно! Эти чухнули, как так! Не, я перестал снимать. Так нифига там пламя появилось, вот как... Все, опять по новой. Алло! Только что уебало, я все снял. Я прям все снял, нахуй, блядь. Папарацци ебаный. Вообще охуенно въебало, блядь. У нас... Ну, у нас стекла прям вылетели, нахуй. Да, ну у нас тут рядом здание стоит. Еще раз. Я не знаю. Здание горит, рядом началось все. Еще раз, сейчас что ебанет? Полетело. Да, раз... Давай. Эвакуируемся или что? Че, я в натуре? Так, ну первый этаж жесткий хлопок. Газа ничего такого, ну, блядь. Нифига пламя поднялось, но что вот это все дым, оно все пламя не подняло, да? Ну. А волна, видел, ты не знаю, волна. Вообще, я охуел, нихуя, но на нас, да. А говорит, я в ангар забежал, увидел, ты сержатся на посыпал. Вон газ вырвался, давлением, под давлением что-то ебашит. Андрюха, всем перезвоним? Всем перезвоним, все сказала. А пока честь идет, пойдем эту бухту на карту собираем. Да-да. А Саня самый главный проект. Ладно, пошел я. Потом снимай, потом. Конечно. Должен быть так. Ну, там вообще жестко, да, пламя сразу? Я все снял, нахуй. Блять, я перестал снимать этот момент. Так у тебя Димка штаны на стирать. Димка, как я перестал этот момент снимать.